Дорогие мои, продолжаем вкусно жить. У меня растут года. Будет и полтинник. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Я бы в блогеры пошел. Пусть меня научат. И для этого я сегодня пригласил руководителя продюсерского центра, который объединяет блогеров России, Алену Рязанову. Здравствуйте. Алена, я хочу не только научиться быть блогером, но и чего-то научиться готовить. Что будем готовить? Мы сегодня будем готовить перцы. Это очень быстрое для приготовления блюдо, как раз для блогеров, которые постоянно заняты съемками контента. И, в общем-то, надо сделать что-то быстро, вкусно, сытно и красиво для соцсетей. Нам понадобится 180 грамм риса. Угу, который мы уже предварительно взвесили. Да, совершенно верно. Мы взвесили, промыли его, и мы отправляем его в кастрюлю вариться на 10 минут до полуготовности. Говорю, почему до полуготовности, потому что у нас дальше будет процесс тушения перцев, и чтобы рис окончательно не разварился, да, будучи уже сваренным, мы его вот до альденте такого состояния доводим, и потом он уже доваривается. Хорошо, состояние альденте. На всякий случай так. Поставили мы рис на 10 минут, да, Алена? Да, совершенно. Теперь что хочешь, чтобы я сделал? С луком что-то хорошее или нехорошее, или с морковкой? Давай, у меня тушь потечет, если я буду резать лук. У тебя туши нет. Давай ты возьмешь лук, я буду тереть морковку. Странно, как ты догадалась, что у меня туши-то нет, а? Я вижу, у тебя ресницы светлые. А морковку трем на мелкую терку. Угу. Одна морковь и один лук. Одна морковь и один лук. Ален, вот, хочу какой вопрос задать? Да. Мне жить уже 49 лет. Уже? Уже, да. Ну, или еще? По-разному, как хочешь. Можно мне в блогеры-то или уже поздняк? Конечно, можно. Можно, да? Да, там без ограничений. Тогда другой вопрос. Да. Необходимые шаги, чтобы стать блогером. Ну, с тобой я уже познакомился. Дальше что? Телефон мобильный с камерой у тебя есть? Да, есть. Современный? Ну, такой неплохой. Неплохой. Снимаешь на него? Ну, такое, что могу снять, конечно. Выкладываешь в соцсети? Ну, вот обычно, если что-то понравилось, то да. Ну, ты уже блогер. Да? Да. Ну, что-то же еще нужно написать к этому. Не обязательно. Нет? Абсолютно. Все зависит от того, в какой соцсети ты выкладываешь. Ален. Да. Я практически уже закончил. Да, ё-моё, давай ты мне будешь помогать. Ну, хочешь, я дотру эту морковку сейчас? Да ты, пожалуйста, потому что я чувствую, я сейчас на своего любимого конька села, я буду больше говорить, да, чем ты. Впервые вот такое, что обычно гость что-то пытается на передаче за меня доделать. А тут ситуация противоположная. Так, пришлось мне тут за девушкой Аленой поухаживать немного. Ну, вот я... Ну, в том плане, что... Я это подстроила, ладно. Я специально, да, все делала. Я так и подумал. Ну вот он у нас. Да. Дальше что делать? Дальше что? Мы делаем, берем миску, угу, либо кастрюлю, либо тазик. Так. Берем фарш. Угу. Расскажи про этот фарш. Это где взяла его? В фермерской лавке. Это какой фарш? Свинина с говядиной. Вот, который называется домашний. Домашний. Не знаю, почему он называется домашний. Продают его в магазине. Не делала я его сама. Угу. Не могу. Количество? Количество 500 грамм. Угу. Теперь добавляем туда лук. Лук. Добавляем. Добавляем. Весь. Можно туда прям морковку? Всю. Угу. А это я должна делать или это ты должен? Ну, не хочешь, не делай. Я же никого не заставляю. Сейчас нужно вбить яйцо. Вот. Вбить яйцо. Вбить яйцо. Ну, с яйцом, может быть, ты все-таки сама теперь, нет? Не знаю. Нет? Не Опять знаю. Мне? Давай большущим. Вот. Внимание. Давай, показывай. Полностью его. Все. Да. Угу. Все. Готово. Теперь это все нужно будет перемешать. Я делаю это руками. Это выглядит гораздо вкуснее, мне кажется, чем если бы какой-нибудь, как тебе сказать, если ложка, это что у нас, какой, неодушевленный предмет? Конечно. Вот, лучше одушевленной рукой все это мешать. Вот этими вот руками. Как тесто. Да, да. Теперь нам нужно будет что сделать? Добавить туда рис. Мы промыли рис, и сейчас будем отправлять его к фаршу. Всегда очень осторожно отношусь к рису, потому что... Сам понимаешь, если его чуть-чуть подольше ты поварил. Давай я доделаю. Давай мы пока оставим. Вот я про это как раз говорю, что мы посмотрим, чтобы не получилось то, о чем ты переживал ранее, что риса больше, чем фарша. Да, иначе я есть не буду.
Я человек дотошный, как и наши уважаемые дорогие зрители. Поэтому давай сделаем уточнение. Любой рис берем для этой вкуснятины или какой-то особенный? Я беру краснодарский рис. И смотри, ты сказала про то, что рис на глаз, да, высыпаю, да, не сразу полностью весь, потому что в зависимости от того, насколько долго он варился и как он впитал воду, он, его будет либо больше, либо меньше. Вот в данном случае, я думаю, риса можно смело добавить. Добавить? Да. То есть можно высыпать весь рис? Весь. Вот как ты скажешь? Вообще можно, можно оставить и так, но я бы добавила. Ну, это твой рецепт. Мой рецепт. Вот когда я буду со своим рецептом выступать... Ну, я оставлю когда... только фарш. Нет, рис тоже нужен. Главное, чтобы его много не было. Все, вот это вот пусть птичкам. Птичкам, хорошо. Птичкам. То есть мне? Да. Все, убираем. У меня дочка любит подъедать. Что подъедать? Ну, то, что остается после готовки. Не-не-не, я не такой. Это моя соведущая Анжела Дробышевская, которая все еще... восстанавливается после полученной травмы, вот она может на такие шаги пойти. Но я нет, я могу просто остаток кинуть, наоборот, обратно туда. Как-то неуважительно сейчас было, вот так вот. Давай мы посолим очень красиво, очень красиво. Уже можно? Да, с уважением. На глаз? Ну, да. Уважительно. Давай через ладошку все-таки. Через ладошку. Я боюсь, что дырка может сделать злую шутку с нами. Перца посыпать сейчас вот той же счастливой рукой, правда? А-а-а. Но тут уже можно, не высыпая, а сейчас. Вот прям, да, сюда. Угу. Давай, раз, еще два и три. И три. На счастье. Ну что, с Богом? Все? Пробую? Давай, пробуй. Ой, простите, пожалуйста, видит Бог, не хотела, заставили. Все? И соль, и перец? Все отлично вообще. Идеально. Я тебе поверил? Ну, идеально. Не может такая девушка меня обманывать. Отрезаем. Да, берем приблизительно, ну сколько, сантиметр, да, отступаем. Вот так. Это, угу. Ну, как хочешь, чтобы это было потом крышечкой, угу, и было удобно, во-первых, его сейчас чистить, да, а во-вторых, начинять потом. Я же не шучу, я действительно хочу попробовать себя в блогерстве. Это прекрасно. Но возникает вопрос. Какие категории блогеров есть? Куда мне податься? Расскажи. Ну, тебе точно нужно фуд-блогинг идти. Так. Потому что ты умеешь готовить, ты любишь готовить. Ну, мне так, ну, мне так кажется. Ты внушаешь доверие зрителю. Хорошо. Через телевидение у тебя все получится. Угу. И в социальных сетях я больше чем в этом уверена. А для наших уважаемых жителей Карелии, каких еще нет категорий в Карелии? Или они очень мало развиты, или наоборот здорово развиты? Ну, учитывая, что средний возраст нашего, нашей аудитории, угу, вернее, аудитории наших блогеров, это уже вот за 30, да, 30-40 лет. То есть у нас не молодая аудитория, это неплохо, это специфика региона. То здесь больше здоровье, да, то есть те же бьюти-блогеры. Самое редкое – аниме. У нас я, ну, может быть, я не там хожу, потому что я сама тоже уже мне 20. И... А чуть-чуть нет, что ли? Ну, чуть-чуть побольше. Ну, ладно. Чуточку. И аниме. Вот я пока анимешников не встречала. Mm-hmm. В Петрозаводске, в Карелии. Потому что аниме не популярно? Непонятно. Почему. Нет, это популярная очень категория, но не в нашем регионе. То есть, если кто-то захочет по неизведанным тропинкам походить... Я поведу его за руку. Вот как понять, что блогер хороший? Показатель того, что ты живой, настоящий, тебя любит аудитория, не твои миллионы в шапке, а... Сколько сердечек тебе поставили на твои посты, сколько там поделились, да, человек твоей информацией, комментарии. Вот это показатель вовлеченности аудитории, это показатель того, что ты откликаешься. Закладываем. Закладываем. Да. Утрамбовываем плотно или нет? Утрамбовываем плотно. Плотно. Да, я смотрю, чтобы еще тоже, так как ты видел, я, в общем-то, пальцем все проверяю. Вот так вот я выпускаю воздух. И затем получается подпихнуть туда побольше. Вот это лайфхак. А если не хватает фарша, тогда не выпускаем. Вот сейчас вот действительно ценный совет на всю жизнь. Потыкать пальцем. Подтыкать пальцем. Подтыкать пальцем. Если останется фарш, мы можем сделать ежика. Большая тефтеля. Вот. То есть все в дом, все в семью.
Тут... А можно я тебе задам вопрос? Да. А ты попытайся на него ответить и при этом надевать шапочки. Давай, давай. Нет, подожди, подожди. Последний вопрос. Давай. Как изменилась ли вообще наша благосфера за все это время? Есть какие-то новые тенденции? Есть. Давай, рассказывай. Есть очень хорошая тенденция. С шапочкой рассказывай. Рассказываю с шапочкой. Очень хорошая тенденция, которая мне сильно-сильно нравится и откликается. Контент стал осознанный. Люди стали смотреть и потреблять контент, который несет пользу. И информация в соцсетях стала намного добрее. Ну, понятно, что всякое случается. И, может быть, качественнее тоже? Качественнее, безусловно, потому что уже сейчас продаются достаточно недорого хорошие телефоны. Можно приобрести с хорошими камерами. И просто уже ты, не задумываясь, делаешь хорошие снимки, хорошие видео. Молодец. Ты ответила на мой вопрос. И шапочку надела. Я утрамбовываю. Да, давай. Почему я взяла 5 перцев изначально? Потому что столько должно поместиться как раз в чашу. Сейчас проверим. Угу. А если бы это была не мультиварка, а обычная кастрюля? Ну, вполне может быть. Процесс бы чем-то отличался? Нет, абсолютно не был бы отличен. Мы накрыли бы ее крышкой, кастрюлю, и поставили бы на плиту. Точно так же залили бы водой. Единственное, что для мультиварки, вот я беру воду в кувшине, наливаю где-то, наверное, приблизительно пятую часть от чаши. В кастрюле это было бы больше, потому что там процесс где-то до середины, да, потому что там процесс больше похож на варку. Спустя час перцы наши готовы. Да. Давай пробовать. Смотри, какие классные получились. Классные. И посмотри, и цвет же. Никто не убежал. 5 было, 5 и осталось. Тебе какой нравится больше? А мне все нравится. И желтый, красный. А вот беру желтый, потому давай, что ты желтый, а я красный. Ближе, да. Давай, а я красный тогда. Угу. И ты рекомендуешь? Я сейчас заготовила сметану. Но можно смешать сметану с кетчупом, если хочется немножечко... попикантнее. Угу. Можно с майонезом, кто как любит. Ну что, я сейчас все вам расскажу. Алена, дай доживать, я тебе все расскажу. Хорошо. Пропорция получилась отличная. Я переживал, не будет ли много риса, а здесь как раз мясо в избытке. Алена, огромное тебе спасибо. Благодаря тебе я укрепился в двух мыслях. Можешь догадаться, в каких? Ну, наверное, в том, что я хорошо готовлю. Да, и в том, что ты хорошо готовишь, хоть и говорил, что не любишь готовить. Но, вероятно, это неправда. Первая мысль. Я укрепился в своей мысли попробовать себя в блогинге. Отлично. И вторая мысль. Я, естественно, буду в свое свободное время, которого на самом деле не так много, готовить фаршированные перцы. Это прекрасно. Сергей, спасибо тебе огромное за то, что пригласил. Потому что действительно в ритме моей жизни очень сложно замедлиться и что-то приготовить для себя. Мне проще пойти куда-то в кафешку, набегу. И сейчас я приготовила свое любимое блюдо и вспомнила детство. И мы так прекрасно с тобой провели время за разговорами. Я хочу сказать всем, если есть желание, пробуйте, дерзайте, самовыражайтесь. Потому что интернет, он безграничен и он открыт для любых проявлений. Спасибо тебе большое. В том числе и кулинарных. Конечно. Всем вкусно жить.